Команда «Барыс» играет в полном составе. «Барыс» командасы толық құрамда ойнайды. Еркесілдің бойында орналасқан елордамыз Астана қаласында «Барыс» хоккей клубының кезекті ойындары болып жатыр. Дәл осы ойынға «Юмедия» интернет порталда келіп қалды. Олай болатын болса, қазір қандай ойын, қандай атмосфера және де жанкүйерлердің көңіл-күйі қандай екен, біз сіздерге көрсететін боламыз. Бұл «Юмедия» порталы. Добрый вечер, мы на игре. Если меня слышно, сегодня играет Борис, а вторая не важно, Борис выиграет. Барсика, нарисуйте мне. Рисуйте. Вау. Что вы здесь делаете? Стоите вот в первый период здесь стоит. Радуемся, радуемся за победу в первом тайме. Серьезно? Абсолютно. Можно это лишь, конечно. Инна, как давно рисуете? Очень давно. А как давно рисуете и даете интервью? Первый раз. Первый раз? Я первый? Надеюсь, бесплатно, да, это все? Да. Еще и Барсик. Еще и Барсик, еще и сейчас. Аккаунт в Инстаграме Инны. Давай вот с этой стороны встану, чтобы у меня вот эта вот девушка была видна. Ты с кем сегодня на матч приехал? С мамой. С мамой? Маме передай привет. На камеру, вон она, на камеру прям. Привет. Рукой помаши вот так. Husband playing with for which team? Which one? Nigel Doss. Это жена Nigel Doss, да? Nigel Doss? Yeah. From where? Canada. Cool. Ваше имя? Влад, фамилия? Влад Никулин! Никулин, Влад! С победой! Блин, давно мечтал отдать таблицу. Давай, давай, игра! 5-0! Команды все старались, все трудились, забили в большинстве не пропустились. Все молодцы. Знаете, добился 50. Today was probably the best game we played all season. Good defense, good offense, and you know, two wins in a row, so we're pretty happy. Yeah. Это хорошая была победа, потому что в субботу будет еще одна игра, и для нас это разогреет именно к победе в следующей игре. Okay. Say hi to the camera. Yeah, always win. Борис, Борис. Как на воротах? Вообще тяжело ли стоять на воротах? Yeah, good. Барыс хоккей клубы бүгін өзінің кезекті ойынын өткізіп, 5-0 есебімен жеңіске жетті. Барыс! Барыс!